3-4 червеня отчинит свои двери дитячие оздоровленшие лагеры принимания. Докладно вядома, что круглосуточных летников все лето в области будет 22. Гэтым часам во установах активно рыхтуются до открытия первых змен. И параллельно с уликом повышенного попыта на организованный отпочинок вырашают пытания с повеличением месов. Вольга Пелянчук побывала у лагеры Бярозка Гродзенского района и доведалася, як идет подрыхтовка до приема детей. До старту сезона 2017 у дитячем лагеря Бярозка запланировали великий фронт работ. Заменить старые шиферные дахи на металлопрофильные, покрыть новеньким асфальтом проезжую участку и пешеходные стежки, побудовать пляцовку для 4 теннисных столов и обовязково пофарбовать покои, обновить фасады будинков. Такие тотальные обновления тяжко провести самостоятельно, тому на допомогу своечасово пришли шефы 7 гродзенских организаций. У кончатковы вынику кураторы зацікавлены не меньше супрацовников лагера, бо миновито сюды своих детей, унуков организации отправляются на отпочинок. В том году мы сделали качественный ремонт комнаты, очень красиво оформлены все. И здесь только делаем фойе и делаем фасад. Дети будут отправляться на 2-3 смены. Это зарюсенный лагерь Березки. Вот видите, мы какой сделали красивый для детей, светленький, чистенький, аккуратненький, со всеми этими. Да. Ну, у нас идет сейчас запись до конца мая. Мы еще не знаем, сколько детей сейчас запишется. Ну, около 20 детей мы отправляем каждую смену, на 2-3 смену. Околичность, якая отрознивая сёлетний сезон дитячего оздоровления от попередних, усплёск попыту на путёвки. Уже вядома, что у летниках принёмання отпачнуть 48 тысяч детей, что на 3200 больше, чем летось. До слова, на даденный момент месцы на первую и другую змены у лагеря в области уже забронированы. Змены у лагеря Бярозка укомплектованы так само с перевышением. Замест 180 человек у каждой из 4 заездов тут будут отпочивать 200 детей. Есть возможность доселить там по 5-6 детей в корпус. Там, где у нас получается воспитательская комната, и мы объединяем воспитателей в одну комнату, селим и оставляем для детей, так как потребность на сегодняшний день очень большая у города, и родители просто просят выделить места, будем идти им навстречу. Усе падрыхтоўчыя работы до сезона у лагеры плануюць завершить до 27 мая. Ужо 4 червеня Бярозка, ровно як и іншыя летнікі прынёмання, адчыніць свае дзверы для дзяцей першай змены. По традыцыі яна пройдзе под спартыўным флагам, які на урачыстай цырымоніі падымуць навучэнцы спартыўных школ Гродна.